Манеж никто не купил. Торги признали несостоявшимися. На конкурс по продаже легкоатлетического сооружения «Спартак» по адресу Рабочая, 9 и земельного участка не поступило ни одной заявки. Напомним, объект входит в конкурсную массу обанкротившегося общества с ограниченной ответственностью «Магнит Инвест». Максимальная стоимость контракта составляла 177 миллионов рублей. Но желающих приобрести манеж за эти деньги не нашлось. Напомним, на октябрьском пленарном заседании Гордумы замглавы Пермской администрации Виктор Агеев заявил, что для выкупа «Спартака» городские власти разработали инвестпроекты и определили сумму, которую можно потратить. Манеж «Спартак» может быть приобретен не дороже его стоимости, определенной по результатам независимой оценки. Результаты независимой оценки, его стоимость определена 160 небольшими копейками миллионов рублей. Соответственно, приобрести дороже данный объект невозможно, даже если бы на эти были запланированные средства. В общем, теперь городские власти ждут понижения стартовой стоимости на 17 миллионов рублей. Это произойдет на втором шаге конкурса. Он намечен на 7 декабря.